Здравствуйте, друзья! Я снова вернулся снимать вам новое видео. Прежде всего хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержал меня, подписался на канал, поставил много, кучу лайков, написал очень лестные и позитивные, мотивирующие комментарии для меня. Мне очень приятно, я буду стараться дальше делать для вас только лучшее. Снимать только места, где действительно есть, не выкладывать весь шлак, где ничего не происходит. Сегодня я приехал в заброшенную деревню, здесь уже практически, да не то чтобы практически, здесь уже никто не живет абсолютно, здесь нет ни одного жителя, здесь лишь только заброшенные дома и вот куча комаров, которые, наверное, сидят мне сегодня. Суть, короче, не в этом. Рассказываю вам историю, мне ее рассказали, и я решил проверить. В доме напротив, который вот здесь, жила девушка. Женщина, то есть это было где-то примерно, ну тоже очень давно, не это не наше время, даже не 90-е, она жила себе спокойно, и в ее дом забрались грабители, и она пыталась откупиться деньгами от них, но типа они и деньги забрали там, и все дела, короче, но они ее убили. После этого, со слов жильцов, которые здесь еще когда-то жили, то есть вот там он последний дом, где-то в конце этой улицы, там последние, кто оставались здесь в этой деревне, когда проходили здесь, гуляли вечерами по этой вот дороге, по этой самой, видели здесь всякое, слышали, что доносились какие-то шорохи, звуки, крики из этого дома, хотя там уже давно никто не живет, и окна забиты, то есть полностью дом, ну, изолирован от того, чтобы туда кто-то залез. Но сейчас уже в ходе всего этого времени там открыта дверь, уже как бы дом просел, он старый. Вот. Я сейчас отправлюсь туда и посмотрю, что там сегодня, будет ли происходить или нет. Насчет сеанса ЭГФ, еще раз говорю, я пока не в силах приобрести ЭГФ. Теперь я попробую свой старый метод, мы попробуем радио и диктофон. То есть по самому радио может быть не слышно, а когда ты записываешь этот шум и задаешь вопросы, при этом работает диктофон, можно что-то заметить. Также тем, кому не нравятся мои видео, и те, кто пишет, что я как бы пародирую Тима Морозова или Дарк Госта, то, ну, извините, как бы, я их не пародирую. Да, может быть, мы в чем-то похожи, мы занимаемся одной тематикой, снимаем одни и те же видео по одной и той же тематике, и как бы... Пишите, что хотите, но я вижу, что людям нравится, людям заходит, спасибо вам. Сейчас мы отправляемся в этот дом, друзья, и посмотрим. Начнем, наверное, с того, что подождем, когда стемнеет. Включусь уже там. Друзья, в общем, попробовал ту дверь закрыть. Не вышло вообще, потому что она рассохлась уже. Как бы я хочу сразу начать... О, комментарий. Мы друг друга боимся, здорово. Я хочу начать с того, что сейчас я сразу проведу этот сеанс с диктофоном и радио. И после этого как бы буду ждать, что будет происходить или нет. Вот. С собой у меня GoPro 3, старенькая, и Nikon, вот эта вот зеркалка. В общем, сейчас я GoPro 3 установлю вот в эту вот штука, пускай меня вот отсюда снимает. С картой случилось что-то. Ну, сейчас я вроде все наладил. Все, пошла съемка у нас.
Отлично. Здесь. Так, ну что, друзья, пробуем. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Я буду делать короткими, чтобы вопрос задаю, жду ответа несколько секунд, выключаю, снова задаю вопрос. Но мы будем прослушивать. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Друзья, сейчас послышалось, как будто да, сказали. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Да, там сказали да, точно. Не знаю, как вам слышно, но я слышал да. Так, друзья, сейчас будет следующий вопрос зададим. Если там действительно было да, то мы сейчас спросим, не та ли это девушка. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Ты девушка, которая здесь раньше жила? Ты девушка, которая здесь раньше жила? Друзья, не пойму, что там. Я сейчас попробую разобрать. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Еще раз послушаю. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Нет, друзья. Тут звучит, в общем, короче, да, смерть. Ты девушка, которая здесь раньше жила? Смерть. Так, друзья, если там действительно ответили смерть, то я сейчас спрошу. Тебя здесь убили? Тебя здесь убили? Я не разберу, что это такое. Не разберу никак. Друзья, не пойму, что там звучало. Ну,
Что-то на деньги похоже. Как будто бы деньги. Если она сейчас ответит более ясно, то я думаю, мы спросим еще, что же здесь действительно произошло. Они убили тебя из-за денег? Ну, друзья, слушаем. Они убили тебя из-за денег? Тебя из-за денег? Да уж, как будто хрип какой-то, друзья, был сейчас. Твою мать! Охренеть. Тарелка. Твою мать. Тарелка вот здесь вот стояла, ребят, когда мы заходили. Зеркало. Давайте на МП проверим это, на магнитное. Так, сейчас, ребята, у меня там фонарь висит, я сейчас включу свет. Достану прибор. Так, друзья, сейчас мы проверим эту тарелку. Ничего нет. Ладно, включу здесь свет. Помощнее прибавлю.
Так, ребята, я сейчас эту камеру установлю в той комнате. Свет, пусть здесь тоже светит. Здесь я установлю на штатив камеру. Пусть снимает вот от печки. Или от печки, вы говорите постоянно, что как будто бы от печки. Ну, жесть, тарелка. Сколько у нас тут? Все, зарядка, все порядок. Эту камеру ставим. Снимать эту комнату. Я сейчас попробую около зеркала свечи зажечь. Сейчас я уберу, вот эти уберу, чтобы меня было лучше видно, когда я к зеркалу подхожу. Ладно. Так, стоп-камера. Все понятно, с этой картой памяти тоже у нас ничего хорошего не вышло. Так, ладно, убавлю свет. Не буду убавлять. Если ты здесь, то подай какой-нибудь знак. Прояви себя. Да ладно, это что, с той стороны, что ли, кто? Походу, с той стороны кто-то, ребята. Блин, шутит, что ли, кто? Змеи еще какие. Ловлю сейчас здесь. Ну вот как раз то место, где я стоял. Здесь окно забито. Блин. Фу, блин. Офигеть. Ребята, еще хочу сказать, что мне очень страшно, да. Не нужно меня строго судить, потому что канал молодой. Я все это прочувствовал совсем недавно, совсем. Там какой-то шум. Офигеть. Еще раз попробую сейчас. Если ты здесь, прояви себя еще раз. Я не буду больше убегать.
Если ты здесь, прояви себя еще раз. Я не буду больше убегать. Еще раз хочу вам показать то, чтобы вы убедились в том, что я ничего здесь, никаких ниток не вяжу. Комната вообще активничает. Так. Потушить эти свечи. Я пока выйду отсюда, наверное, из этой комнаты. И пойду прогуляюсь по этому дому. Друзья, иногда бывает так, что когда постучишь, фонарик садится. Свет здесь включу. Где эта кнопка опять? Как я не привык. Фонарик подсел. Что за стуки были здесь?
друзья. Я не знаю, вот, и как здесь может быть страшно. Я просто представляю, как вы видите эту ситуацию по-своему, но я чуть сейчас посижу и... Друзья, в общем, я немного перевел дух. Сейчас внутрь возвращаюсь. И думаю, буду вещи потихоньку собирать, потому что... Пока еще могу скручиваться от своего. Вот, блин, чуть на гвоздь не наступил. Блин. Друзья, вы, конечно, извините. Я буду лучше снимать короткие ролики. Опять зеркало, наверное. Да, это зеркало. Нет, друзья, я ухожу, короче, отсюда. Пусть вы, в принципе, видели. Вы уже видели, что здесь творится. Нам ответили. Первый раз, в принципе, за все это время. Звуки постоянно. Все в одну комнату. Все в одну. Так. Камера.
О боже, что за хрень? Все, ребята, валим отсюда. Сейчас я вам сниму еще вот здесь вот отъезд свой. Вот, собственно, дом этот. Все, я не могу больше тут находиться.